В Иркутской области начался сезон лесных пожаров. Только за прошедшую неделю зарегистрировано около 20 таких происшествий. Очаги возгорания обнаружены в Усольском, Эхерит-Булагатском, Зиминском и Тулунском районах. Как ожидают специалисты, в майские праздники ситуация может заметно ухудшиться. Готов ли регион и, в частности, подразделение МЧС к тому, чтобы противостоять стихии, расскажем далее. За минувшую неделю в Иркутской области выгорело около 270 гектаров лесного фонда. Как сообщают в правительстве региона, пока ситуация складывается лучше, чем годом ранее. Власти и экстренные службы наращивают оперативность. Сотрудники лесничеств выходят в ежедневное дежурство. Вдоль федеральных лесов работают патрули на автоцистернах. Впрочем, по словам специалистов, в это время года пожары возникают в первую очередь там, где есть люди. Все пожары в весенний период времени возникают непосредственно от человека. В преддверии майских праздников хотелось бы обратиться к местным жителям не разводить костры на приусадебных участках, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. С начала пожароопасного сезона в лесах Иркутской области зарегистрировано более 50 возгораний. Основная часть произошла в центральных районах Приангарья. Как правило, огонь удается затушить в первые сутки. Исключение составил недавний пожар в Зиминском районе. Силами работников лесопожарных станций и авиации пламя удалось затушить. Точные причины возгорания сейчас устанавливают эксперты. У нас по решению губернатора активно работают органы дознания, полиции, наши лесники, пожарные службы. Мы стараемся активно фиксировать места возгорания, места поджогов. Работают следственные группы для того, чтобы выявлять таких нерадивых поджигателей и привлекать их к ответственности. Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов в Иркутской области, установят в ближайшие дни с окончательным сходом снега. Напомним, в прошлом году он был введен 30 апреля. Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время.